Новый день и очередное подорожание топлива. В среду литр бензина А95 будет стоить на 7 банов больше, чем во вторник. Максимум 21,26. Литр солярки подорожает на 9 банов и обойдется в 18,21. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило, что в течение ближайших 3 месяцев разработает приложение, с помощью которого водители смогут узнавать цены на топливо за один день. В течение каждого рабочего дня все операторы и розничные продавцы должны отчитываться до 16:00 по каждой АЗС. Они обязаны сообщать цены на горючее на следующий день. В приложении будут указаны адреса АЗС, чтобы водители смогли заранее определиться с выбором. В перспективе эта платформа станет большим шагом на пути к свободному рынку, где будет конкуренция между всеми экономическими агентами. Потребители смогут ориентироваться по цене, а не по размеру сети автозаправок. Согласно новой методологии, ежедневно до полудня НАРЭ публикует потолок цен на следующий день. Компании-импортеры должны уведомлять об изменениях стоимости после полуночи.